На самом деле волнение всегда есть. И у опытных, и менее опытных. Я думаю, просто нужно расслабиться и отдаться процессу. Послушать учителя и сделать все, что он говорит. Нужно подумать, о чем ты хочешь спеть. Собраться, отключиться от всего, настроиться, подышать медленно и донести зрителю мысль. Просто надо выходить и делать. Вот и все. Больше выступать. Ты должен помнить, что будет как минимум нормально. То есть ты не можешь ничего испортить. А если ты действительно постараешься, то будет прекрасно. Мне помогает за сутки до этого поменьше заниматься. Как бы плохо это ни звучало. Но не заниматься, а отдыхать. И важно в голове переосмыслить все. Уже представить, что ты на сцене. И уже якобы пережить момент выхода на сцену. Больше пить воды и шоколадка. Глюкоза всегда помогает. Глубоко дышать можно, думать о каком-нибудь хорошем месте, позитивном, где уютно и хорошо. Вот. И если ничего не помогает, то не справляться, а просто волноваться и выступать. Сначала надо сделать вдох, выдох и расслабиться, и ловить кайф.